Что купить? Куда пойти? В чем пойти? С чем есть и чем строить? Расскажем подробно в Информбюро на ОТВ Серпухов. Не иссякает очередь у цирка на площадке торгового центра «Атлас». Ароматы попкорна встречают посетителей на входе. Мигает разноцветными огнями прилавок с памятными сувенирами. Играет музыка и манит воздушная сладкая вата. Она сама так и просится на зубок. Эх, как вкусно! В Серпухов приехал цирк Шапито Белиссимо с шоу морских животных. Идем в цирк развлекаться. Нам очень нравится в цирке, поэтому решили сходить. Я так думаю, что они очень красивые и очень милые. И знаете что? С первого номера хотелось восторженно кричать «Белиссимо» из зрительного зала. Горят глаза у юных зрителей, горят глаза у их мам и пап. Ведь на манеже выкрутасничает парочка невероятно юрких хорьков. Они начинают представление. Номера сменяют друг друга, вот на радость присутствующим начинает выступление очаровательная гимнастка. А вот грациозные пудели старательно выполняют команды. Прекрасная, как сказочная фея-дрессировщица со своими пернатыми помощниками и ажурной конструкцией, сделанной будто из хрустальных бус, вышла на арену. Девочки затаили дыхание. Нежные птицы послушны в ее руках. А удивительный наряд артистки делает номер еще более незабываемым. Клоун Юрик проказничает на арене цирка на полную катушку, а вместе с ним проказничают и гости представления. Цирк Шапито Белиссимо удивляет и радует своих гостей более 20 лет. За это время артисты посетили неимоверное количество российских и зарубежных городов. В каждом их ждал радушный прием. И неудивительно, когда еще увидишь на столь близком расстоянии очаровательных морских котиков Чупу и Нордика и грациозную морскую львицу Тэффи, красующуюся в свете софитов. Ластоногие подготовили для зрителей трюки с мечами и обручами. Они танцуют и делают реверансы. Они удивляют пластикой. Они настолько очаровательны, что с ними очень хочется подружиться. Но гвоздь программы – 5-летний морж Хома. Этот величественный морской зверь обращается на «ты» с мячиком и множеством обручей. Делает зарядку и даже играет на саксофоне. Не верите? Так убедитесь сами. В вашем замечательном прекрасном городе, так скажу, потому что мы успели побывать, погулять уже. Работать мы будем по 2 мая, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей и гостей вашего замечательного города к нам на представление. Цирк Шапито Белиссимо. Парковка ТЦ «Атлас». Спешите! Действует акция 2 плюс 1. Касса работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Телефон для справок 8-938-459-5025. Мир циркового искусства ждет вас!